Власов там оторвался от соперника. Бакинья. Вот это игра Бакиньи. И удар поворотом от перекладины, мяч в воротах. Вот это гол, красавец. Да, это его игра, его резкий уход. И дальше, смотри, опять левая нога. Только левши забиваются. У нас сегодня, да, левая нога преобладает. Ну, один-единственный гол Валентина Михайлова. Не считается, не считается. Это все-таки в свои ворота, а те, кто забивал в чужие, забивают исключительно с левой. Тенденция, не иначе. Да, интересно, что мяч так в данном смысле, знаешь, так всосался в ворота. Он мог вполне выскочить и за пределы, но в итоге получилось так, что и вопросов нет. Вначале, мне кажется, он ударился действительно.